светило, но северный ветер завыл и ударил в лицо. На этой дороге нас было лишь 10, лишь 10 российских бойцов. Вагончик в окопе, в нем печка, буржуйка и крепкий заваристый чай. А первый закон здесь, когда будет трудно, ты друга в беде выручай. На блокпосту, вокруг деревья здесь растут. Цветы весенние цветут, а по ночам стреляют. Спеша нашу жизнь оборвать. Но русские парни в бою не сдаются, врагу никогда нас не взять. Без шума и крика займем по тревоге в окопах свои мы места. Любой ценой мы удержим дорогу, врагу не пройти. Победит тот, кто смел.